Браудерсо? Да, Браудерсо, которую ваша подруга так любит. Не стану же я его пить один. Сенечка, а давайте спрячем бутылку у меня. А когда вы с Анечкой помиритесь, вы ее выпьете в знак примирения? Эта женщина для меня больше не существует. Вы настоящий моряк, Сенечка. Я представляю, какие бури шумят у вас в груди. А вы все-таки меня провожаете? Я вас провожаю только потому, что мне больше некуда деваться. Увольнение зря пропадает. Ну почему же пропадает? Такая удивительная ночь, второй год медвойны. Холод собачий. А зато ясные звезды. Я же чуть на ней не женился. А вы женьтесь, Сенечка, помяните мое слово. Да сука, она вот кто! Ай-яй-яй, бедная Сенечка, вы так говорите, потому что чувствуете себя виноватым, да? А в чем я виноват? Немножечко виноваты. Вы же сами пригласили этого боцмана. Вот он увел Анечку вас прямо из-под носа. Между прочим, боцмана я привел для вас, по ее же просьбе. Сука, она вот кто! Плюс, где мне теперь ночевать? Это не проблема. Переночуйте у меня. И завтра морду набью ему, хоть он мне и начальство. Сенечка, да успокойтесь вы. Анечка моя подруга. Оскорбляю ее, вы обижаете меня. И зачем вы хотите казаться хуже и грубее, чем вы есть на самом деле? Откуда вы знаете, какой я есть на самом деле? Между прочим, вы меня видите сегодня первый раз в своей жизни. И, надеюсь, в последний. Курсант Чижов. Воротничок опусти. Вот так. Документы. Разрешите идти? Иди. Куда это мы пришли? Ко мне? Так это школа. Я здесь живу. Что, прям в школе живете? Да. Я ж с ней почти год ходил. Невестой своей считал. Плюс ребята теперь засмеют, а? Все же знают, у кого я в городе остаюсь. И вдруг я возвращаюсь. Вы себе представляете, а? Даже не представляю. А вы что ж, прям тут в школе и живете, что ли? Живу, Сенечка. На глазах всего коллектива. Педагог? Старший пионер вожатая. Будь готов, всегда готов. Ясненько. Еще преподаю в младших классах русский язык. Так вы что, прям тут в школе и живете, что ли? Угу. А это какая школа? Женская? Мужская. Может, зайдете? Доводят вас, наверное. Доводят. Мы-то своих доводили. Ух, как доводили. Иголки в стул втыкают? Втыкают. А патроны взрывают? Взрывают. К
Как же вы тут одна-то ночуете? А как принцесса в заколдованном замке? Я даже умею читать мысли. Ну и о чем же я сейчас подумал? А вы сначала подумали, что было бы неплохо, если бы я вас пригласила. А потом забоялись. Забоялись. Да ничего я не забоялся. Ну, тогда я вас приглашаю на чашечку чайку. Куда? В школу, что ли? Ну что, посмотрите, как я живу. Да нет уж, спасибо, я пойду. Пока. Не смотрите на меня так. Он ушел. Ты сумасшедший! Ты понимаешь, что ты творишь? Все равно я сделаю так, как решила. Вика, ты не была так груба. Ты так изменилась. Ты готова была привезти сюда матроса. А если увидят учителя, ученики? А что прикажете делать, если наука отрицает непорочное зачатие? Нужен же хоть какой-нибудь мужчина, а тут кругом одни. Вика, пожалей меня. Оскар Борисович, что ли? Я его люблю. Да ему 64 стукнуло. Я и говорю, он замечательный. Только он не понимает, что от него требуется. Вика, тебе необходимо обратиться к психиатру. Ты понимаешь, что ты больна. А кому от этого плохо? Тебе. Лидочка Ивановна, ты мне просто завидуете. В один прекрасный момент вы скажете, ах, кроватку мы поставим сюда. А пеленочки будем сушить в ботаническом кабинете. Она вырастет моя радость и будет звать меня мама. Девочка моя, но ведь прежде тебя выгонят вон из комнаты, из института, с работы. Вика, не открывай! Сенечка вернулся. Заходите, Сенечка. Вы меня, конечно, извините. Это вы меня извините, я не одета. Давайте считать, что я в пионерской форме. Белый
Верх темный низ, только галстука не хватает, да? Да, только галстука не хватает. Эва, вы меня, конечно, извините. Я вас разбудил? Нет, я полуношница. Заходите. Заходите, Сенечка. Заходите. Вот, здесь вы можете лечь. Я сейчас вам принесу подушку и свое одеяло. Нет, не надо, я так лягу. И вообще у меня в голове будильник. Я сейчас лягу, я в 5 исчезну, никто даже не узнает, что я здесь был. Молчите. У меня в комнате тепло, а вы здесь можете простудиться. Сенечка, я так расстроилась, когда вы ушли. Даже заплакала от обиды. Сижу, реву, а вы тут и вернулись. Сенечка, можно я задам вам 2 вопроса? Ну? Только обещайте, что ответите. Ну, задавайте. Не идет пионерская форма? Че? Ну, я вам нравлюсь в пионерской форме. Она вам к лицу? Вот паскудная девчонка. А вообще, как вы ко мне относитесь? Вообще хорошо. Почему? Ну, вы меня совсем не знаете, а сами мне помогаете. Сенечка, это хорошо, что вы вернулись. Угу. Удачно получилось. В каком смысле? Ну, вы так сразу не поймете. А постепенно? А постепенно, да. Самая любимая женщина, Лидочка Ивановна, директор нашей школы. Она мне во всем помогает, материально и учит. Сенечка, отвернитесь, я переоденусь. Знаете, мне ужасно повезло, что я ее встретила в Нижнеуральске. Я там жила у одной тетки, сразу после детдома. Тоже, кстати, повезло. Мне вообще Сенечка всегда везет. Ту-ту-ту. Лидочка Ивановна решила, что я у этой тетки вроде бесплатной прислуги. И забрала меня сюда. Вы можете смотреть. Ну, как вам мое платье? Только честно. Разве вы не в нем сегодня были? А мне показалось, оно вам понравилось. Я его нарочно опять надела. Ясненько. Нет, если оно вам наскучило, я надену другое. Не надо, ой, это симпатично. Извините. Сенечка, не стесняйтесь. Снимите бушлат и садитесь. Садитесь. Вам здесь будет удобно. Да, чтоб не забыть. А где ваша Амбраудерсу? Ее спрячем, как договорились. А зачем ее прятать? До встречи с Анютой, до лучших времен. Да этого не будет. Сенечка, вы настоящий философ. Я говорю, до лучших времен, а вы говорите, этого не будет. Между прочим, так считали самые великие умы. А что вы сделаете с бутылкой?
А мы ее сейчас выпьем. Виктория, не смей. Это мое любимое вино. И ваше тоже. Мы его пили с Анечкой в День Победы. Здорово. Если б сейчас инструктор видел, как я это сделал, меня б на двое суток нарядили гальоны драить. Конечно, вам запрещено пить. Отнюдь. Мы каждый день пьем на занятиях. Нас тренируют пить. Я же вам говорю, я учусь в спецучилище. У нас просто форма морская. Неужели вас готовят в разведчики? Только не выдавайте военную тайну. Тайны я бы не выдал. Я учусь в школе военных дипломатов. Буду военным атташе. Это такая мирная военная профессия. Буду служить за границей. Поэтому нас тренируют пить. Я предлагаю выпить, Виктория, за нашу с вами встречу. Спасибо. Еще двое суток гальюны драить. А теперь за что? А капиталисты вино залпом не пьют. Они же все делают не как люди. Там едят суп, страшно сказать, из мяса черепахи. И нас учат им подражать. А ведь мы ж простые парни. Тут нашли на нашу голову в Воркуте француза, бывший повар Колчака. 8 перемен в обед, и мы сидим все роты и рубаем по этикету. Мы с пират с голодухи-то мы счастливы были. А потом, да что там говорить. Ну что? Давай по второй дернем. Давай. Представляете, мы по очереди изображаем дам. Сидим по распорядку. Кавалер-дама, кавалер-дама. А инструктор, он тоже из бывших сволочь, ходит за спиной и смотрит, как кавалеры ухаживают за дамами. А у каждого прибора одних ножей и вилок по 6 штук. Как вы это выдерживаете? Ха, многие не выдерживают. И вот тогда их комиссуют нормальные войсковые части. Между прочим, все им завидуют. Нам этот стол по ночам снится. Мы его называем «минное поле». Вы смеетесь. Я не смеюсь. Знаете, у вас улыбка все время такая, как на картине Леонардо да Винчи. Мона Лиза Джоконда. И то ли вам действительно хорошо, как вы все время утверждаете, то ли наоборот. Мне непонятно, шутите ли вы или говорите всерьез. Сенечка, вам это показалось, я к вам очень-очень хорошо отношусь. А мне кажется, что вы меня все время дразните. Все время ждете от меня какой-то глупости, что ли. За дурака меня считаете. Да что вы вообще про меня знаете? Ходил с Анютой, теперь вроде на вас кинулся. А у меня, между прочим, 6 братьев и сестер, и живут они очень средние. А тут мне представился случай замечательной военной карьеры. Военному атташе надо иметь жену, иначе ему нельзя. Анюта была идеальный вариант, а сегодня все рухнуло. Знаете, Вика, когда я к вам сегодня пришел, я думал, передохну, завью горе веревочкой, буду как все. А сейчас вижу, что так не могу. Я не понимаю, как это у ребят получается с первой встречной. Вы первая встречная, Виктория. Но вы мне глубоко интересны, и я чувствую к вам человеческую близость. Опять вы так улыбаетесь? Ладно.
Улыбайтесь, как хотите. А у вас патефон есть? Нет. Жалко, потанцевали бы. Вот, у меня что есть. Я это отняла у учащихся на уроке. Так. Смотрите, если крутить... Держи. Сенечка, давайте выпьем с вами на ты. С удовольствием. Подумала. Представляешь, пройдет немного лет, и на каком-нибудь дипломатическом балу в Лондоне ты будешь танцевать с английской королевой. Чтобы она провалилась. Ну, и так может случиться. Это мой воинский долг, чтоб так было. Ты будешь танцевать с ней, а вспоминать обо мне. Знаешь, я сейчас тоже только что об этом подумал. Когда ты будешь вспоминать обо мне рядом с английским королем, будет танцевать твоя жена Анечка и вспоминать боцмана. Ну ты змея. У меня сейчас такой момент был, а ты взяла и все испортила. Сенечка, извини, я даже не знаю, как это из меня выскочило. Я просто... Я не хочу быть похожа на Мону Лизу Джоконду. Ну глянь на меня, глянь, что я на нее сейчас похожа. У меня тоже был момент. Пять, остановиться не можешь. Да ты ж всю жизнь в развлечение превратила. Все для тебя трын-трава. Другая меня и на порог бы ни за что не пустила. А ты и рада. Очень больно. Молодец. Я не успел сгруппироваться. Извини, это у меня дедомовская реакция. Я тебя сейчас чаем напою, полегчает. Вика! Вика! Ты меня прости, может, я тем чем-нибудь обидел, а? Но я ведь всегда говорю то, что думаю, Вика. Вика! Не все и не всегда. Да у меня уже все прошло. Пей. Открой рот. Да прошло. Открой рот. Да это ж кипяток. Конечно. Чтобы боль прошла, вспомни что-нибудь очень-очень приятное. У тебя было много женщин. Только Анюта. Сенечка,
Я все понимаю. Семья на тебе. Личная жизнь складывается. У тебя все будет замечательно. Замечательно. Потерпи. Потерпи. Ты еще не все знаешь. У меня в жизни есть трагедия. Я никогда никому об этом не говорил, и тебе скажу. У меня отец баптист. Ну, замечательный слесарь. Можно сказать, золотые руки. Так на те, баптист. Это-то я чувствую себя не таким, как все. Ты знаешь, когда меня принимали в комсомол, то я стоял, и мне казалось, что все смотрят на меня и думают. Вон стоит сын баптиста. Понимаешь теперь, каково мне? Где он этого Бога видел, а? Ну, допустим, не видел, просто верит. Ну, тогда я так ставлю вопрос. Нужно верить в добро. А что он от Бога видел, кроме неприятностей? И думаешь, он на все 100% верит? Нет, он сомневается. А в церковь все равно ходит. А зачем ходить, если сомневаешься? Одни неприятности для детей. Ведь он у нас учил молиться. У меня до сих пор в голове сидит этот бессмысленный набор слов. Отче наш. И с такими данными, Вика, меня взяли в училище. Да я за такое доверие готов отдать жизнь. Но одновременно я люблю отца. Ну разве это не кошмар? В 42-м году я убежал на фронт, чтобы кровью смыть это пятно. Меня поймали, выдрали, назад вернули. Вика. Вика. Ну ты что, из-за меня, что ли, плачешь? Вика. Вика, ну подожди, Вика. Ну подожди, не ну почему, Вика? Не прикасайся ко мне! Ну, Вика! Ну теперь я сгруппировался, Вика! Вика, я должен тебе признаться, что я ни с кем не был так откровенен, как с тобой. При том, что я тебе ничего не знаю. И ты знаешь, если бы это не был первый день нашего знакомства, Вика, то я бы тебя... То я бы... Тебя поцеловал бы. Thank you.
Сюда сейчас могут войти. Мы сломали кровать. Где мой бушлат? Ты пришлись хотя бы. Беги, миленький. Куда? Туда. Это какой этаж? Второй. Вика, я должен тебе признаться, мне с тобой было очень хорошо. С Анютой у меня этого самого не было. Она в этом смысле железный человек. Получается, что ты у меня первая женщина. И ты у меня первый, Сенчик. Что ты сказала? То, что слышал. Беги. Чувствуете? Как спали? Я замечательно. Очень-очень выспалась. Ко мне заходите после уроков, я вас чаем угощу. Сенечка, что случилось? А вот. Почему ты вернулся? Как же мне не вернуться после того, что ты мне тут сообщила? А ты к дипломатическому обеду опоздаешь? А у меня увольнительный вообще до вечера. Бедненький, тебе что, просто некуда деться, да? Вик, ну мы же люди, ну давай разговаривать по-человечески, а? Ну разговаривай. Нам надо выяснить наши отношения. Зачем? Никто же не видел, что ты здесь был. Ты свободен, как птица. Лети.
Куда же я теперь полечу, Вик, когда я знаю, что мы тут с тобой наделали? Короче говоря, я виноват. Потому что я плохо про тебя подумал, Вик. Если надо, я готов на тебе жениться. Спасибо. Но я не собираюсь выходить за тебя замуж. Ну почему, Вик? Сень, только ты мне не мешай. У меня всего полчаса на то, чтобы замести следы. Ну ладно, раз ты все равно здесь, помоги. На. Молоток-то дай. А, сейчас. Держи. Это ж глаз. Ну что? Я ему же табуретку чинила. На нем не царапинки, он как железный. Другого нет. Давай. Да нельзя этого делать. Ну почему? Ну потому что это часть человеческого тела. А человек это звучит... А человек это очень прочная вещь, Сенечка. Смотри. Ой. Ну, на. Да не буду я этого делать. Почему? Да потому что. Эй, ладно, тогда я сама сделаю. А ты форму погладишь. Держи. Вика! А что, если у тебя получится, а? Что? Ну, это самое. Ребенок. Конечно, получится. У меня все получается. Единственное, что никак не могу навести в школе порядок. Все, что за ночь отмою, днем приходит в жуткое состояние. Но ничего, летом я ее преображу, моя доченька будет жить во дворце. Ты гладишь? Глажу. Сенечка, ты не представляешь, на что способна женщина, если у нее есть идея. У моей мамочки была идея чистоты. Папа рассказывал. Я же ее не помню, но вся в нее. Она каждый день натирала полы, а комнат у нас было три. Сколько? Три. Мы жили в Москве. В отдельной квартире столовая была, величиной с ботанический кабинет. Да ну так не бывает. Мама каждый день натирала полы и мыла кухню. А зимой ездила бороться с грязью на дачу, хотя мы там и не жили. Вот что, и дача была? Ага. В Кратово, под Москвой. Деревянная, вся резная. А ты не веришь, что я везучая. У меня было золотое детство. Когда мне было 10 лет, папа разрешил мне самой рулить. Я сидела у него на коленях и крутила баранку. Что, и машина была? Папа был знаменитый летчик. Поэтому у меня имя такое. Виктория. Победа. Мы катались на поляне у пруда. Представляешь? Высокие-высокие сосны, в траве шишки и девочка за рулем. Небо темно-синее, а облака белые, как пена, когда папа брился. И дачники загорают на голубом песочке. На желтом. На голубом. Я когда была маленькая, всегда говорила голубой песочек. Так у нас с папой осталось. А как же ты в детдоме-то оказалась? Мама умерла, когда мне было 2 года, а папа погиб на войне. Ну что ты врешь? Его расстреляли еще до войны. Он из компании Тухачевского, враг народа. А твой курсант слюни распустил.
Наш папа говорил, когда все плохое позади, остается только хорошее. Поэтому мне теперь всегда везет. Когда наш детдом эвакуировали, поезд бомбили, соседний вагон сгорел весь. А я ничего. Только месяц в лазарете пролежала. Потом голодали, а я выжила. Месяц назад это случилось. На торжественной линейке. Я же стою у всех на виду, потому что мне сдают рапорты. И все время было так стыдно. А тут Лидия Ивановна сказала удивительно душевную речь. Все закричали «Ура!», даже чуть потолок не обвалился. Я улыбнулась. Поняла, что у меня какая-то удивительная улыбка. Я просто сверкнула и стала как мама. Красавица, звезда. Не веришь? Не веришь? Ты можешь сегодня же в этом убедиться. У меня теперь на каждой линейке получается. Ты увидишь и поймешь, почему я должна родить ребенка. Мне же нужно это кому-то передать. Моя доченька будет как я, как папа и как мама. Так ты что, все вычислила, что ли? Конечно. Как Раскольников перед тем, как убить старуху. У меня же план. Я Анюту нашла раз, а на меня танцы сводила два. Познакомились три. Потом четыре. Тоже, значит, по плану? Да. А теперь пять. Буду шить приданое. Только нельзя, чтобы личик Ивана сейчас что-нибудь увидела, а то она сразу начнет искать виновника, а ты-то ни в чем не виноват. Но когда пройдет несколько месяцев, тебя уже ищи свищи. След простыл. А что она увидит? Что-что? Животик. Ты что, это все всерьез, что ли? Угу. Честная сталинская. Так, значит, я тебе только для этого нужен был. Я же тебя тогда еще не знала. Значит, на моем месте мог быть кто-нибудь другой, да? А, ну, конечно. Ведь это ж я для тебя боцмана привел. Дался тебе этот боцман. Общественного строя. Во главе нашего народа
стоит великий вождь, учитель и полководец Иосиф Виссарионович Сталин. Так крикнем же в честь того, кто привел нашу родину к победе и кто приведет ее еще к новым и новым победам. Наша дружная, наша счастливая, наша единодушная, наша громкая-громкая. Ура! 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 Боже, как я устала. Виктория у себя? Как у вас прошел урок? Мне так обидно. У вас такие перемены. А я одна, ничего об этом не знаю. Как вам удалось скрыть это от всех? Ах, да, вы такой стеснительный. Возможно, я покажусь вам неделикатной, но я, поверьте, так устала и так огорчена, что мне вот не до этих ваших чувств. Да, вы угадали. Мне сообщили в отделе кадров о том, что вы женились. Еще месяц тому назад. А вы что же думали, что это останется тайной? Смешно. Смешно и дико. Вот судьба невесты, как вы понимаете, мне не безразлично. Виктории, едва исполнилось 18 лет, а вам, я извиняюсь, 64 стукнуло. Я обязана выяснить обстоятельства, которые привели к столь чудовищному браку. У нее что, будет ребенок? Ну и как же вы прикажете мне после этого к вам относиться? Как к развратнику! Только не надо, давайте спокойно. Вы знаете, в нашем возрасте такие волнения безнаказанно не проходят. У вас тут где-то была валерьянка, где? Ой, да впрочем, что это я? Да нет, я знаю, как все получилось. Вы ни в чем не виноваты. Она вам призналась в том, что какой-то мерзавец сделал ей ребенка. Пугнула вас, что она покончит с собой. И вы из соображений ложной гуманности предложили ей руку и сердце. Так это было? Почему она вам все рассказала? Почему вам, а не мне? Кто он? Я вас спрашиваю, кто он? Вы долго будете заниматься покрывательством? Вам надо прилечь, Оскар Борисович. Вы можете отдохнуть в комнате у Виктории. Не хотите? А почему? Это же постель вашей жены. Кстати, а где вы собираетесь жить? Здесь? А, вы же об этом не подумали. Ну как же, вы же святой. Вы хороший. А я сволочь. Так вот. Вы не успеете оглянуться, как раздуют ваше персональное дело. Я вам это обещаю.
и сделаю это не я. Но я буду вынуждена как-то реагировать. И вот поверьте мне, Вику я спасу. Я спасу, как я уже спасала не один раз и, между прочим, доверила ей пионерию. Я буду вынуждена свалить все на вас. Старый вы идеалист. Оскар Борисович, если мы с вами найдем мерзавца, то мы вас как-нибудь вытащим. Скажите мне, кто он? Мне она ничего не скажет. Вы понимаете? Идите на урок. Идите, идите. Леночка Ивановна, очень хорошо, что вы пришли. Я вас сейчас буду поить вкусненьким чайком. Спасибо, Вика. Но я очень утомлена и должна идти. Я принесла тебе сливочное масло. Возьми, пожалуйста. Сень, ты где? Честно. Она же тебя чуть не изловила. Сень, ты меня на линейке видел? Видел? Видел. Ну? Ну что? Вика, я люблю тебя. Да погоди. Скажи, я это все сама придумала или ты заметил? Заметил. Вика, я полюбил тебя с первого взгляда еще тогда на танце. Что ты заметил? То, что говорила, ты была очень-очень красивая. Просто красивая. Ты была самая красивая женщина в СССР. Ну, подробно. Ты как будто сверкнула. Сень, ты не представляешь, как для меня это важно. Я, когда это первый раз со мной случилось, я подумала, что я сошла с ума. И мне так жутко стало. Я потом все ждала на следующей линейке, наступит этот момент или нет. Наступил. И ты понимаешь, что наступил. Я потом всю ночь не спала. Я поняла, что я такая одна, больше такой никого нет. Ты моя Виктория. Ты моя победа. Сенечка, ты пойми, я должна тебе объяснить, зачем мне нужно родить ребенка. Не надо ничего объяснять, Вик. Ты все правильно решила. Ты знаешь, у меня 40 минут осталось до конца увольнения. Я должен идти, а в субботу я приду к тебе. И тогда мы с тобой все решим. Вик, я обязательно приду. А ты пока реши. Я очень тебя прошу, чтобы ты была моей женой. Вик, ты поняла, что я тебе сказал? Знаешь, если ты не согласишься, то я обращусь к Лиде Ванне. Я уже все обдумал. Я думаю, это вряд ли поможет твоей дипломатической карьере. В Лондоне тебе тогда не жить. Давай. Ну, давай. Ну? Мы тогда будем жить на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Главное, чтобы ты была рядом.
И главное, родине служить. Синь, ну я такой жертвовать тебя принять не смогу. А ты подумай о дочке. А если родится сын? А я уже подумала. Прочерка метрики у нее не будет. Я заранее вышла замуж. Я знаю, и все знают. И Лидия Ивановна знает. Но это ничего, ты с ним разведешься. Она что, его мучила? Да сама ты всех мучаешь. Ну, я понимаю, что у тебя все по плану в жизни. Но зачем же так было спешить, а? Я просто не могла поступить иначе. Понимаешь, мне одна врач сказала, что у меня после войны осталось очень нехорошее малокровие. Если я хочу родить ребенка, то должна торопиться. А Оскара Борисовича я не обманула. Он сам сделал мне предложение, когда я ему все рассказала. Он замечательный, необыкновенный человек. Сенечка, опять у тебя такое несчастное лицо. Ну почему ты так трагически воспринимаешь действительность? У тебя будет прекрасная, удивительная, интересная жизнь. Я же из военной семьи, я знаю. Ты будешь военным дипломатом и увидишь весь мир. Ты опять иронизируешь? Нет, я очень-очень серьезно. Ты как слепой. Весь мир твой, вглядись. Твой корабль отплывает в неведомые страны. Мне 30 минут осталось. Я еле допеку. Я люблю тебя. В субботу я приду к тебе, да? Что случилось? Упал! С ногой что-то! Кажется, растяжение! Нет, не растяжение. Сенечка.
это хорошо, что ты пришел. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Я вот уже 3 недели хожу без костылей. Первый раз в увольнении, сразу к тебе. Бедненький, несчастненький. Я все-все про тебя знаю. Анечка рассказывала. Сейчас-то дело идет на поправку. А ведь чуть было коллега не остался, а? 3 раза кость неправильно срасталась и ломали заново. И вот после травмы меня в увольнение не отпускали. Поэтому я пришел только сегодня. Между прочим, в субботу. Как и обещал. Хорошо. А у тебя, я вижу, все по плану. И ремонт? Давно начала? Лидочка Ивановна, когда умерла, сразу на следующий день после похорон начала. В июне, значит? 3 июля. А ты меня так ни разу не навестила. Ну, подумай, под каким бы соусом я бы к тебе заявилась. Зато Анечка ходила каждый день. Я же говорила, что у вас с ней все будет хорошо. То, что она ко мне ходила, еще ничего не значит. Но я отдаю должное ее упорству. Ты Анечке ничего не говорил про ту нашу ночь? А Лидия Ивановна когда заболела? Через месяц, после того, как ты здесь был. Она, бедненькая, из любви ко мне, так хотела найти виновника. Но я тебя не выдала. На меня пришла анонимка в Гурану, что я из школы устроила дом свиданий. И, между прочим, было точно указано число, когда ты здесь ночевал. К счастью, имени твоего не было. Представить себе не могу, кто бы это мог написать, ведь тебя же тогда здесь никто не видел, и я никому не говорила. А они устроили собрание, чтобы меня выгнать. Лидочка Ивановна потом пришла ко мне в ботанический кабинет, и с ней сделался приступ. Инсульт. Хорошо, что она боли совсем не чувствовала. Не могла говорить и только шевелила губами. Никто ее не мог понять. Только одна я. Сволочек, кто же это написал, да? Фактически она умерла из-за этой анонимки. У нее больное сердце было. Если бы не анонимка, она могла бы жить еще долго-долго. К счастью, исполком решение нашего собрания не одобрил. Ну, а Каскар Борисович меня прописать не смогли, так как там уже и так 5 человек в одной комнате, 2 семьи. Я осталась жить здесь.
Жалко Лидию Ивановну. Папа правильно говорил. Когда все плохое позади, остается одно хорошее. Только Лидия Ивановна умерла. Но ведь у нее было больное сердце, да? Зато Оскар Борисович теперь директор нашей школы. Да ты что? Угу. Конечно, временно исполняющий обязанности. Да, это все временно и случайно, так как он вдруг получил медаль. Какую медаль? Он герой. Знаешь, выяснилось, что во время войны он со старшеклассниками тушил зажигалки на крыше школы. Если бы не он, она бы сгорела. Так что теперь они все притихли. Ну, слава Богу. Ты уверовал в Бога, Сенечка? Нет. Но за время болезни я очень изменился. Фактически я теперь другой человек. Благодаря встрече с тобой, Вик. Ты стал еще красивее. Я изменился внутри. Ты когда-то сказала, что я как слепой, передо мной весь мир, и я задумался об этом. Можно сказать, что я использовал свое заключение в госпитале, как граф Монте-Кристо свою тюрьму в замке Ив. Подобно графу я овладел знаниями, сдал выпускные экзамены на круглые пятерки и окончил училище с отличием. Поздравляю, я рада. Представляешь, полгода Анюта носила мне книги из библиотеки. Я проглотил почти всех русских писателей, плюс твоего любимого Достоевского. Я изучил Диккенса, Теодора Драйзера и Говарда Фаста в подлиннике. То есть на языке. Я одолел процентов 80 человеческой комедии Бальзака и, как граф Монте-Кристо, вышел на волю с сокровищем. С Анютой? Да перестань. Сокровище — это мое новое отношение к моей профессии. Ты же ведь знаешь, я терпел училище как свой семейный гражданский долг, не испытывая при этом никакой радости. Но уединенные размышления и книги изменили меня. Когда я проработал историю дипломатии в двух томах и множество наших их мемуаров... В подлиннике? Сандут. Чего? Без сомнения. А. Когда я сравнил дипломатию прошлого с сегодняшней, у меня открылся новый, грандиозный взгляд на вещи. Тебе интересно? Сандут. История дипломатии — это история войн. А в сегодняшнее трудное время именно нашей стране предстоит открыть новую эру. Мы заставим всех принять дипломатию мира. Не оружием, не атомной бомбой, а дипломатическим путем мы добьемся вечного мира на Земле. Я пришел к выводу, что будущее народов находится в руках наших дипломатов. То есть в твоих руках, Сенечка? Да. Получается, что так. Я понял, что я себе не принадлежу. Ты понимаешь, я полюбил свое дело. Я полюбил даже ненавистный мне раньше дипломатический этикет. Даже суп из мяса черепахи? Да, ты будешь смеяться, да. Даже суп из мяса черепахи. Когда ты уезжаешь? Завтра еду в Москву на оформление. И прямо оттуда на год в наше посольство. Лондон. Самое удивительное, да? Ты тогда угадала. Ты едешь с Анютой? А вот теперь не угадала. Я еду один. И через год, Вик, когда я вернусь, то не с Анютой, а с тобой мы все решим. Я помню каждое слово, которое мы говорили друг другу полгода назад. И я помню, Сенечка, все-все. Анюта все-таки будет танцевать с английским королем. Да нет же, с английским королем придется танцевать тебе. Да и вообще, что мы на Нюту нападаем? Забудь ты про нее. Она-то ни в чем не виновата. У нее в тот вечер с Боссманом ничего не было. А я ей изменил. Я ей изменил, она мне все сразу простила. Простила? А? Откуда? Откуда она узнала? Ты что? Ты ей все рассказал? Про ту нашу ночь? Все-все? Я понимаю, Вик, на что ты намекаешь? Я не намекаю, я знаю, знаю, это она написала анонимку. Вик, я сказал ей правду. Чтобы она знала, насколько у нас их с тобой серьезно. И что я собираюсь на тебе жениться.
Я сказал ей правду, она мне все сразу простила. За это время я ее достаточно близко узнал, и уверяю себя, на подлость она не способна. Это она написала. Да нет, это ерунда. Ну, если бы не она, ну как бы у меня хватило сил перенести 3 операции? Да ведь она вела себя просто самоотверженно. Ходила ко мне каждый день в больницу. Перезнакомилась со всеми моими родными, с учителями, с врачами. Ты знаешь, она мне помогла стать тем, кем я стал за полгода. Мы должны быть ей очень даже благодарны. Да нет, я никогда не поверю, что Анька... Что Анька убила человека! И не верь, миленький, конечно, не верь. Да ты знаешь... Даже если бы я поверил в эту чушь, то ты подумай логически, зачем ей было писать? Зачем ей это было делать? А ты знаешь, зачем их вообще пишут? Я не верю, что это она написала. Конечно, ты никогда не верь, Сенечка, никогда, иначе как тебе с ней жить? Вика, кто тебе сказал, что я собираюсь с ней жить? Сама судишь, сама обвиняешь. Сама приговор в исполнение приводишь. Да не живу я с ней. До сих пор. Бедный Сенечка. Ты пойми, Вик. Я не могу ее обижать, когда сам перед ней виноват. Нужно, чтобы время прошло. А там через год видно будет. Ты же сама прекрасно знаешь, что будет через год. Бедненький, у тебя же план есть. Ну, пожалуйста, ты только не чувствуй себя виноватым. Я тебе ужасно жалко. Ты же всю жизнь будешь чувствовать себя перед всеми виноватым. И сам не поймешь, почему. Но зато, когда ты уже совсем старенький, придешь сюда, тебя ноги сами принесут. И поднимешься на 2-й этаж, чтобы взглянуть на меня, чтобы вспомнить, как это все было. Я приду раньше, через год, Вика. Нет. Через много-много лет, когда ты будешь важным дипломатическим генералом, и весь мир будет у тебя в руках, ты придешь сюда. И тебе станет хорошо-хорошо, ты увидишь меня умную, толстую, директоршу этой школы. Я буду говорить речь, а твоя доченька будет принимать рапорты и сверкать. И ты поймешь, был у тебя в жизни момент. Очень хорошо. Мне в консультации сказали, что она может родиться очень скоро. Другие сидят в животе целых 9 месяцев, а она может родиться сейчас. Она будет очень красивая девочка и очень похожа на тебя. Сеня! Вызови скорую помощь! Вика, я же действительно позвоню! Я же в этих делах ничего не понимаю! Ее-то здоровье, да еще 7-месячное. Чудо. Ну, ничего.
Лейтенант! Лейтенант!